Audi e-tron – это максимально понтовая машина. Она круче, чем новый iPhone, покрытый биткоинами и дочкоинами. Эта машина не просто тренд, она есть слово тренд. В имени e-tron есть слово трон. Лично для меня это самое крутое имя из всех электромобилей. Восприятие дизайна автомобиля зависит только от комплектации его цвета. Белый цвет с маленькими дисками – это просто еще один незаметный электромобиль. Но в черном цвете максимальной комплектации вы замечаете красивые линии автомобиля. Ярко выраженные фары и передние воздухозаборники, которые уменьшают шум, также экономят топливо и облегчают разгон. Именно эта комплектация мне напоминает Audi RS2 Avant. В черном цвете с этими обвесами и с дисками я вижу ДНК автомобиля. Тепло гоночной пушки с 90-х присутствует в дизайне, мне приятно на нее смотреть. Обратите внимание на оптику сзади, она мне напоминает машину Avant. Сам кузов мне напоминает Avant, слегка приподнятый раллийный шустряк. К Audi e-tron Sportback у меня таких чувств нету, хотя Sportback продается лучше и намного популярнее, чем e-tron. Мне не нравится Sportback чисто из-за его дизайна, из-за того, что нету места. Это, вот для меня это реально еще один электромобиль без всякой изюминки и чего-либо интересного. Но в обычном e-tron'е, вот именно в этой комплектации, тепло от Avant'а оно идет. И с моей точки зрения лучше взять обычный e-tron, чем Sportback. Но надо брать фуловые комплектации. Что мне нравится в e-tron'е, то что он показывает свой яркий характер, но он не кричит об этом. Например, как новый RS6, который похож на хирургически раздутую женщину. Ничего скромного в новом RS6 нету, она слишком большая, слишком яркая, слишком понтовая. Редко, когда мне нравится дизайн новых немцев, но e-tron меня удивил. Как фанат машин из 90-х, я получил свой какой-то кайф, когда просто смотрел на нее. Диски 21, но они не так сильно бросаются в глаза. И к тому же они подавляют шум и, конечно же, они улучшают аэродинамику. Салон должен быть фуловым, или вы будете огорчены качеством материалов. И у нас фуловый салон. Здесь у нас самая дорогая кожа, и она везде. Местами даже стоит замша. Это первый салон в моем опыте, который сделан полностью из мониторов, и мне он нравится. Тут все интуитивно и правильно интегрировано в приборную панель, а не как вот везде тупо все ставили, так, а ладно, поставим и все. И производителям без разницы, как это смотрится, как это выглядит, удобно это или нет. То есть вот во всех машинах, которые я сидел, монитор, они всегда как-то вот последняя минута такая. О, надо поставить сюда монитор. А здесь это все грамотно сделано. Но самое главное, когда вы нажимаете на монитор, у вас идет ощущение кнопки. И со временем, когда вы привыкнете к машине, то вы не будете отрывать глаз от дороги, чтобы удостовериться в выполнении ваших задач. Селектор передач – это гениальная идея, которая реально облегчает процесс вождения. А вот электрозеркала чуть-чуть не очень, скажу. Мне не понравились они. Здесь нужно постоянно отпускать свою голову в такой самый низ или очень сильно посадить сиденье. И мне кажется, если вы высокого роста, то вам будет неудобно сидеть за этим автомобилем. Потому что вам постоянно нужно будет отпускать лицо там, влево или вправо, чтобы привыкнуть к камере. Качество сборки и отделки меня поражает. Даже перчаточник сделан как часы Rolex. Сам вот звук такой прям орет качеством. Вот послушайте. Все кнопки в машине из хорошего материала и приятные на ощупь. Я старался найти что-то такое не идеального качества и еле как докопался до заднего плафона. Потому что там пластик, он не такой прекрасный, как везде. Места сзади много и сидеть комфортно. Багажник огромный, и там тоже сделано все из прекрасности, кроме вонючей докатки. Зато есть дополнительный отсек для ваших вещей. Под капотом у вас есть маленькое пространство для зарядки и все. Остальное все забито батареями, аккумуляторами и проводами. В данном e-tron'е есть два электродвигателя, один на передней оси, другой на задней оси. Развесовка здесь идеальная, в поворот машина ходит с зубами, вы не чувствуете какой-то либо личной раскачки. В режиме Overboost у нас 408 сил и 664 ньютона, максимальный запас хода 436 км, но надо ездить как священник, а если ездить как все мы, то 400 км. Емкость аккумуляторной батареи 95 кВт. Я могу хвалить эту машину лучше, чем СМИ хвалит Ким Чен Ира, но номера по продажам говорят сами за себя. За май 928 было продано e-tron'ов в Европе и всего 7 Tesla модели X. Я называю это гигантским отрывом. Что мне нравится в e-tron'е, это его рывок. Он
моментально. И он такой, вы так делаете, что когда вы разгоняетесь, потом цепкость квадросистемы, она идеальная. До нее докопаться нереально. В поворот ходит машина очень хорошо и держит дорогу тоже хорошо. И он начинает вот так вот. Вот так ездить как психопат хочется всегда. Но нужно ездить спокойно. Еще у Audi e-tron огромные плюсы, не только ее квадросистема, разгон и вообще качество отделки и сама сборка машины, но и то, что вот вы едете по трассе, отпускаете газ, вот этого рывка, толчка непонятного нету, вас не тошнит, когда вы на ней едете, вы отпускаете газ, она себя ведет как обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, без каких-либо проблем. То есть это очень приятно, когда вот этого толчка нету. Вот эти маленькие детали немцы, они улавливают в том, что вот что именно нам важно в автомобиле. Я не могу докопаться до этой машины. Как бы я ни хотел, как бы я ни старался докопаться, до нее у меня не получается. Я очень хочу найти какой-то минус, но нет. Я, честно, я предвзято отношусь к электромобилям. Я понимаю, что они намного лучше, чем бензиновые машины, экологичнее, быстрее и в некоторых моментах на них веселее ездить. Но хочу, но не могу докопаться. Вот настолько это хороший автомобиль. Да, дорогой, но хороший. Он стоит своих денег. С электропередач он просто... Он идеальный, он создан был для этих 5 пальцев. Почему раньше никто не мог додуматься? Это так удобно переключать, это просто прекрасно. Раз вперед, раз назад, все. Интуитивно очень. Тяжело внедрить новую технологию и сделать так, чтобы она была настолько интуитивная. Единственное, кто смог это сделать из всего, что вот я знаю, по крайней мере, это iDrive-ская система. И то люди жаловались, говорили, слишком тяжело, слишком... непривычно, но здесь они сделали это шикарно, с электропередач разговоров нет. К камерам нужно привыкнуть, точнее к зеркалам, я уже так говорю камерам, к зеркалам нужно привыкнуть, и это, честно, вот это мне чуть не нравится. Расположение камеры, оно вот какое-то вот оно непонятное, снимите, пожалуйста. Я вот смотрю вот сюда и понимаю, бля, а где, что, я прохожу, нет, а потом надо вот сюда смотреть. Вот это чуть-чуть странно, но я думаю, к этому можно будет быстро привыкнуть. Думаю, не такая большая проблема. Качество, конечно, идеальное. Мой глаз видит хуже, чем вот эта камера. Это будущее, оно здесь, и это прекрасно. Система Quattro настолько сейчас хороша, что она распределяет крутящий момент не просто где цепкость, а где асфальт горячий или холодный. Где там был дождь, сколько воды. То есть она настолько начинает уже анализировать. Потому что в зависимости от температуры асфальта у вас больше или меньше цепкость. Сейчас настолько эта система хороша. Это просто технологии Формулы 1. Вот входим мы в поворот с разгоном таким хорошим. Она держит, вот еще один поворот. Держит. И она мягкая на 21-х дисках. Она реально мягкая на 21-х дисках. Это большая редкость. Для немцев это большая редкость именно сегодня. Мягкость, конечно, я горжусь то, что эта машина такая мягкая. Я верю, что люди понимают, что задница, она не резиновая. Она не может терпеть все на 21-х дисках. И мне приятно, что вот Audi, она осознает это. И инженеры, которые сейчас, они стремятся к мягкости. Потому что меня достали все жесткие эти машины. Единственный ее минус, это когда вы гоняете резко, вот начинаете газовать, тормозить, она настолько вот реагирует, у нее настолько крутящий момент, моментальный, что вас подташнивает, что вы не привыкли к такой реакции, и нужно качать пресс в этом автомобиле. Его нужно, потому что по-другому вы просто вырвете. Спасибо большое за просмотр, пишите ваши комменты. Единственный ее минус, это когда вы гоняете на ней, вам нужно качать пресс. Все. И это единственное, что я могу докопаться в этом автомобиле. Я хотел докопаться, но не получается у меня физически. Я хотел кинуть какой-нибудь камень в огород, но никак. Эта машина, она стоит своих денег, она идеальна, она лучше, чем конкурент. И продажи тоже это показывают. Мировые продажи показывают это. И шок. Для меня шок. Спасибо большое за просмотр, пишите комменты, что вы думаете об этом прекрасном автомобиле. Не забываем про проект Food for Life US, этот проект кормит 3000 людей каждую субботу. Им нужна ваша финансовая помощь или физическая. До свидания.